ты теперь ложишься рано, все равно усталый вид, словно шкурка от банана над губой, щека висит. За окошком ветер носит утешительную весть. 43 не 7 на 8, 43 не 6 на 8, но, увы, не 26. Давай, дружок, закурим яву, она посуше, чем пегас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет о нас неправы, а правы те, кто любит нас. Давай, дружок, закурим яву, она посуше, чем пегас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет о нас неправы, а правы те, кто любит нас. Как непросто быть любимым, и как трудно не любить, если мы необходимы, значит, так тому и быть. Украшение мужчины не только ум и седина. У нас есть веские причины, у нас есть веские причины, чтобы сегодня пить до дна. Так наливай скорее в бокалы и выпьем, как в последний раз. Те, кто жалеет нас, неправы, и кто ругает нас, неправы, а правы те, кто любит нас. Так и наливай скорее в бокалы, и выпьем, как в последний раз, за тех, что правы и неправы, за тех, что правы и неправы, за тех, кто все же любит нас. Их действительно невозможно не любить за их удивительную человеческую открытость, теплоту и за их песни. Песни, в которых живет целый мир, заставляющий нас смеяться и грустить, задумываться и улыбаться, любить и надеяться. Сегодня у нас в гостях один из самых знаменитых бардовских дуэтов — братья Вадим и Валерий Мищуки. В самом начале нашего разговора я, не удержавшись, спросила их об отношении к собственному успеху. Ведь не секрет, что добиться славы трудно, особенно в таком жанре, как авторская песня. Не в славе дело, просто слово. Чувство удовлетворения, понимаешь, вот когда у тебя получается то, чему ты посвящаешь жизни, когда это оценивают, как тебе кажется, по достоинству другие, это огромное чувство удовлетворения. Не то, что гордости, вот какой я, понимаешь, а просто вот, ну, кайф, ну, все-таки что-то осталось ведь. Не, ну если серьезно, понимаешь, ну серьезно. Нет, вот, если серьезно говорить, да, что-то. Если серьезно говорить, я бы так вот сейчас перейдем на пафос, так, легкий пафос, да, а то все усилили ха-ха, да. Я скажу, что мне не стыдно за то, что я сделал, вот, то, что я сочинил. Не стыдно. Понимаешь? Мне и перед сыном не стыдно, и я думаю, что и перед другими тоже не будет стыдно. Валерий Мищук родился 10 марта 1951 года в городе Якабпилс. Вадим Мищук 5 июля 1956 года в Бресте. Их отец был кадровым военным, поэтому семья часто переезжала с места на место. Но детство осталось в памяти братьев как самая счастливая и безоблачная пора. И чем дальше они уходят от него, тем чаще оно возвращается и в снах, и в песнях. Я с детства любил открытое пространство, музыку для всех и обеды в столовой. Я вырос на почве любви и пьянства, как это ни странно, живой и здоровый. Я вырос на почве искусства и бреда, под ругань соседей, под звон трамвая, под знаком собаки и велосипеда. И вкус газировки был слаще рая. Мы играли в войну в котлованах на стройках, тонули в канавах и вязли в гудроне. Но в мечтах мы мчались в каретах на тройках и, сидя в сугробе, царили на троне. Счастливое детство нам подарило умение жить и писать без нажима, равнение на флаг и на середину. Лагерь Артек строгого режима и живые примеры не сходили с ответом. Нам говорили, что мы идиоты. Мы скоро привыкли к мысли об этом и ищем себе подходящей работы. Я больше высоким словам не верю. Сегодня мы жертвы, а завтра судьи. Я хочу понять на своем примере, так что же было и что же будет, что же было и что же будет. Я с детства любил открытое пространство, музыку для всех и обеды в столовой. Я вырос на почве любви и пьянства, как это ни странно, живой и здоровый. И вкус газировки был слаще рая, вкус газировки был слаще рая, вкус газировки был слаще рая. Эта песня действительно во многом совпадает с детскими впечатлениями Валерия и Вадима. Их детство и юность прошли в Риге, городе, который они до сих пор считают родным. Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, братья всегда были очень дружны, а свои первые жизненные университеты они, как и положено мальчишкам, проходили в родном дворе. Был настоящий двор. В отличие от сейчас, тех дворов, которые сейчас присутствуют сейчас. Он был огорожен забором. За забором был церковный сад, где мы ходили, там, прыгали воровать яблоки. Я помню, там все время порвал свою ногу, да, по страшной силе. Валерий меня снимал с гвоздя, с забора. Да, до сих пор шрам остался вот такой. Да. Там ребят собиралось различных возрастов, где-то ну, человек до 50. Это такой огромный коллектив был. И старшие нас учили делать все. Мы переиграли там во все игры, которые только возможны. Так что это действительно все правда. Мне 3 раза чуть не выкололи глаз. Но это ерунда на самом деле. Всегда был присмотр. И газировка, это действительно правда. Это, я думаю, что это правда. Это символ же, газировка, понимаешь, да? Который в слаще рая. Да, и трамвай тоже был, ходил как раз там, да, рядом. Все было на равных у нас. Все было на равных. Единственное, что у Валерки, если всем, что он старше, ему больше доставалось. Там, да. за какие-то легкие провинности, да. А так как бы... И нелегкие тоже. И нелегкие тоже, да. И за провинности Вадима, видимо, тоже. Нет, нет, за мои нет. Нет, ну мне же надо было за ним все время смотреть. Вот в чем все дело. Он куда-нибудь... Он всегда у нас был резвый. Он куда-нибудь раз и уйдет тихо. Тихо, тихо, но уйдет куда-то, да. Вот, а мне за это доставалось, так сказать, что я за ним не уследил. Двор-то какой был, мы только что говорили. Столько было занятий, куда еще за ним следить? Сейчас наоборот. Время идет. Теперь мне за ним не угнаться. И все, теперь я за Валера следить. Нет, мы никогда... Надо поблагодарить за это родителей наших. Они действительно все делили поровну, несмотря на то, что разница у нас 5,5 лет. Все было поровну. Тогда было все проще, была бедность, поэтому относительная такая бедность, да, поэтому не может быть, если один ухватил больше кусок, то остальным ничего не доставалось, поэтому надо было все делить. Пошел я в 1 класс, в тот самый год, в ту пору. Костюмчик был в семье у нас и был отцом в пору. Отец к нему проникнут был заботой. С потертых сгибов бахрому он стриг перед работой. Учил школу, выбрил пух и преуспел в науке. А мой отец, как вечный дух, носил все те же брюки. Он по ночам писал, писал учеными словами, а по утрам мундир спасал, мудрил над рукавами. Еще не знали мы тогда, что можно жить иначе, что это бедные года, а будут побогаче. Как жили все, так жили мы, и всем штанов хватило, и эта стрижка бахромы отца не тяготила. Стригаль стрижет своих овец, рантье стрижет купоны, а что стрижет он, мой отец, сюртук и панталоны. Костюмом надо дорожить, отгладь его, очисти, и будет он тебе служить, а ты служи отчизне. И будет он тебе служить, а ты... Вряд ли родители Вадима и Валерия мечтали о том, чтобы их сыновья стали музыкантами. Тогда эта профессия считалась легкомысленной и непрестижной. Но учить детей музыке полагалось обязательно. Поэтому и старшему из братьев, Валерию, не удалось избежать этой тяжкой участи. В наследство родителям достался дом на Украине. Они продали этот дом и купили мне аккордеон. Им так хотелось, чтобы я играл на аккордеоне. А я был в детстве очень субтильным мальчиком. Ну, просто вот такой вот кожа до кости абсолютно. И поэтому через год занятий на аккордеоне в музыкальной школе я отказался категорически его носить, держать на себе, раздувать это все. Нет, этого я не смог. Я не скажу, что родители были большие меломаны, да. Нет, такого не было. Хотя у всех есть хороший слух и голос, все поют, как бы, да. Ну, во-первых, они... по национальности украинцы, и мы тоже. Украинские песни пели. Бабушка у нас полька. Пела, да? Она пела нам польские песни. Мы их разучивали, кстати. К сожалению, сейчас уже это подзабылось. Да. Потом появились Битлз, Роллинг Стоунс, там Криденс, Клейвотер Ревайвл. И вот этого родители уже... Но они нас так любили. Не вынесли просто. Не, но они сначала они терпели. Вот. Но потом терпение даже у них лопнуло. Но все это происходило в одной комнате, понимаешь, поэтому пока еще мы жили там в одной комнате, 18 метров, нас было 5 человек. Опять же, за хорошую учебу родители выдали мне 15 рублей после 8 класса, и я купил первую гитару. А сейчас как 15 тысяч рублей. Ну, так, да, где-то так, рублей. Да. И вот, значит, 8 класс, это сколько лет? 15? 14. 14. Так вот, как только я взял в руки гитару, ее тут же взял Вадим. А ему было тогда... Ну, минус 5 лет, да. Минус 5. С тех пор то есть вот... Эту же гитару. То есть вот с тех пор Вадим как раз и играет на гитаре. Но я не учился, меня никто не учил, да, абсолютно. Я просто подсматривал, там подглядывал, потом подслушивал, да. Вот таким хитрым путем, да, я и научился играть на гитаре. А я так и не научился. Ну, что поделаешь? Ничего. Не убей, учили, не спи, не лги. Я который год раздаю долги. Нам мешает давний один должок. Леденцовый город, сырой снежок. Что еще в испарине тех времен? Был студент речисто, невесимо умен. Наряжался рыжим на карнавал. По подъездам барышень целовал. Я тогда любил, говорящих нет. За капризный взгляд, ненаглядный свет. Просыпалась жизнь ноготком стуча музыкальным лапчиком без ключа. Голосит разлука, горчит звезда. Я давно люблю говорящих, да. Все томнится сердце сквозь сталь и лед. Колокольным деревом прорастет от должок. Остался на 2 глотка. И записка мокрая коротка. Засмоли бутылку воды морской. Той воды морской пополам с тоской. Хорошо Иисусову по Руси. Милицейской ночью летит такси. Тормознешь лбом, саданет стекло. Очнешься вдруг, 20 лет прошло. Я забыл, как звали моих подруг. Дальнозорок сделался близорук. Да и ты ослепла почти душа. В поездах простуженных мельтеша. Наклонюсь к стеклу, прислонюсь ты с ней. 20 лет прошло, словно 20 дней. То ли мышь под пальцами, то ли ложь. Поневоле слезное запоешь. Хорошо Иисусому по Руси. Милицейской ночью летит такси. Тормознешь лбом, саданет стекло. Очнешься, 20 лет прошло. Сейчас уже невозможно представить братьев Мищуков, поющих и играющих врозь. Хотя поначалу их музыкальные вкусы и пристрастия сильно отличались друг от друга. Вадима тянуло к року. Еще в школе он стал участником ансамбля под названием «Уикенд». А вот Валерия больше привлекала авторская песня. Когда Вадим отправил меня... Я не отправил тебя, ты сам пошел. Просто я в театральную студию вместо себя. Рекомендовал. А сам, значит, он ушел защищать наш покой. Наконец, у нас да. Никто не служил, кроме меня. Вот, кроме отца, который прослужил 35 лет, да. Это другой вопрос. Да, и меня. Вот. А я в это время занимался как раз в театральной студии и увидел заметку в Рижской газете молодежной, что прошел фестиваль самодеятельной песни, как тогда говорили. И что в Риге уже полгода существует клуб КСП, поющий Вигвам. Меня особенно заинтересовало то, что там называлась песня, которую пели на этом фестивале. Исполнители заняли какое-то почетное там место на далекой Амазонке, на стихи Хиплинга. Я же ничего не знал абсолютно. Я варился в собственном соку, сам что-то сочинял. А у меня к этому времени была уже написана песня на эти стихи, которая как раз была в одном из спектаклей, который мы ставили. А музыку ты помнишь, нет? Нет, уже нет. Зря. Сначала я долгие годы помнил, потом забыл. Хорошая была песня, но я не стал, так сказать, конкурировать с Виктором Семеновичем. Вот. А потом, когда Вадим вернулся из армии, я его как-то так... Да, и я со своим как бы репертуаром. Изобразить? Да, да, изобрази, изобрази. Это мы с моим другом сочинили в 8-9 классе, да. Когда Валера привел меня в клуб авторской песни, да, и говорит, вот сейчас вот Вадим сейчас споет свои песни, примите его, как бы вот, ваше содружество там, да. Я выхожу такой, ну, я еще был похудее, да. И пел такую песню. Тает день над городскими крышами, а я иду по городу, когда-то ты гулял с тобой у реки. Среди мостов влюбленные, а я иду и думаю, что так же могу гулять с тобой. Главные слова этой песни. Не делись ни с кем, про себя молчи, как любили мы, как любили мы. Но остался лишь припев наш верный Сюзанна. Вспоминай меня, Сюзанна, по ночам и утром рано. Вспоминай меня, Сюзанна, наши солнечные дни. И ты хочешь, что после этих песен девушки не влюблялись? Просто так было круто. Так было круто, да. Ну, правда, сейчас некоторые так и поют, ничего страшного. КСПшники, которые там были, да, они просто так схватили за голову и «Кого ты привел?» У нас были немножко, вот, как видите, разные музыкальные пристрастия. Мне тоже нравились вот эти все рок тех годов, но тем не менее я как-то вдруг обнаружил у себя любовь именно к КСП. Вот к тогдашнему КСП. Не зная даже, что это движение существует. И поэтому я вот где-то в этом вот жанре я как раз и писал песни. Дорогая моя женщина, нам не выжить друг без друга. То, что мы судьбой повенчаны, знаем мы наверняка. Дорогая моя женщина, наша новая разлука обещает быть не вечной, но дорога далека. До свидания, до свидания, ничего не обещает. До свидания, это все же не прощает. До свидания, ничего не говори. До свидания, только двери отвори. Дорогая моя женщина, не ревнует и не мучится, а на музу, на разлучницу обижаться просто грех. Дорогая моя женщина, ожиданию научится. Не брони меня, попутчица, я, как видно, не из тех. До свидания, ничего не обещай. До свидания, это все же не прощай. До свидания, ничего не говори. До свидания, только двери отвори. Потом, в общем, мы познакомились в этом же клубе с таким интересным человеком по фамилии Сергей Буданов. Мало того, что он посещал джаз-клуб в Риге, очень известный, да, и научил, наконец, меня неправильным аккордом джазовым, да. Это не вот не потому что не так мир, да, вот простые ля там, да, а можно было бы так, так, там, или так, так. Ну, это неправильно. Это джазовый аккорд, да? А мы это называли неправильные. Да. И познакомил нас с джазом, с хорошей музыкой джазовой, да. И мы начали сочинять совершенно другие какие-то песни. Вот мы встретились, по-моему, если не ошибаюсь, как-то зимой, да. И вместе сочинили 3 песни. Нас решили отправить, как бы, наш клуб, поющий Вигвам, говорит, поехали на Грушевский фестиваль. Это был 1977 год. Почему Вигвам, поющий Вигвам? Потому что у нас был Вигвам, настоящая палатка вигвамовская такая, да, где вот так вот, как бы, да. И все 25 человек, они ночевали вот в этом, жили вот в этом Вигваме. А у нас песни были детские, такие дурацкие песни, там какие-то, ну, совсем там типа «Жила-была собака, она была большая». Ну, в общем, полная такая чушь, да. И вот мы с этими 3 песнями все, что было, решили прослушать. А все такие столпы. Там. Кто был тогда? Клячкин был, Висбор, был, да. Висбор, ну, да. Там, ну, Берковский, Никитин. Ну, в общем, весь боевой состав. Да. И вот мы, прослушавшись, нас выпускают на гитару. Мы удивляемся 2 песнями, да. Ну, это нас так вдохновило. Что мы, да, продолжили, да. Прибавили еще 2 девушек наших замечательных. У нас было, уже стало 5 человек. Так родился квинтет, творческим ядром которого были Вадим и Валерий Мищуки. Он существовал 12 лет, неоднократно становился лауреатом фестивалей в Минске, Ленинграде, Кишиневе, Чебоксарах, Москве. Квинтет этот был популярен и любим многими поклонниками жанра авторской песни, а назывался он «Домино». Ну вот чередование фишек, 3 юноши, да. 2 девушки, там черно-белые, это вот наш тоже какой-то принцип такой максималистский был. Мы ж молодые были, мы максималисты были, мы были уверены, что мы несем чистое, светлое, правдивое, искреннее. Тем больше это очень популярная игра. Да, самая популярная в России, я так думаю, не шахматы. Мы вообще, я не побоюсь этого слова, были Пинг Флойд авторской песни. Потому что мы постоянно экспериментировали. Если послушать те старые записи, а где-то есть даже кассета, какой-то диск, да, ну вот, то там просто сложнейшие гармонии, сложнейшие какие-то переходы, очень сложные стихи. Но тогда мы, когда вот сочиняли в те годы, мы тогда думали, что мы хотим чего-то там вот доказать кому-то, чего-то научить, чтобы люди стали светлее, знаешь, как, там, добрее. Да. Дело в том, что мы и сами учились, вот в чем все дело. Все по-другому. Так, юношеский максимализм, когда тебе все кажется очень... на самом деле, с одной стороны, простым, а с другой стороны, очень сложным. Ты еще в этих сложностях... Не, мы получали вот... даже какой-то кайф от того, что это очень сложно, понимаешь? Что повторить кому-то, это было невозможно. Это невозможно было, да. Ничто в жизни невозможно повторить. В 1989 году распадется ансамбль «Домино». Вадим и Валерий переедут в Москву. А символом прошлого навсегда останется для них Рижский вокзал. На московском ветру тихо вздыхает гудком тепловоза. Я напоследок в ладонь соберу легких снежинок, замерзшие слезы. Рижский вокзал приглашает меня снова прожить этот миг возвращения, что на исходе недвижного дня свет фонаря подарил мне прощение, расположение гаснущих звезд определяет поступков границы, годы орешками щелкает клёст Божья птица. Судьбы сходятся в центре вокзальной ладони. Дай мне под звуки прощальной трубы встретить себя на озябшем перроне. Дай мне минуту, чтоб смог я успеть до отправления скорого в Ригу. Или, купив прошлогодний билет, не доезжая до станции, спрыгнуть Рижский вокзал на московском ветру тихо вздыхает гудком тепловоза. Я напоследок в ладонь соберу чьи-то слезы. Где-то за долями разными местами кто-то составился, кто-то устал, что-то не забудется, то не забудется. Прошлая улица, Рижский вокзал. Вздыхает гудком тепловоз. Я напоследок в ладонь соберу чьи-то слезы. Где-то за долями разными стали мы. Кто-то составился, кто-то устал. Что-то не забудется, но не забудется. Прошлая улица, Рижский вокзал. В Москве у братьев Мищуков начнется совсем иная жизнь. Они будут профессионально заниматься музыкой и постепенно станут тем самым знаменитым дуэтом, без которого трудно сегодня представить мир авторской песни. Но это уже совсем другая глава их жизни, которую мы с вами перелистнем в следующий раз.